Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня мы будем с вами запекать лапки в фольге в духовке. Что же нам нужно сделать? Когда мы эти лапки помыли, берем контейнер. Вот я беру пластмассовый контейнер и туда помещаю лапки. Я хорошенечко посолила, поперчила и пересыпала травами. Я пользуюсь итальянскими травами, то есть это состав, много там трав входит в этот состав. Сумешь итальянских трав. Я пересыпаю. Ну, а вы смотрите, какие у вас есть травки, какие вам нравятся травки. Пересыпали хорошенечко, потом закрыли крышечку и в холодильник на 8 часов. Пусть маринуются наши лапки. Так, берем чесночок, нарезаем его кусочками. Затем берем мы фольгу. Кладем сюда ножку утиную, чесночок выкладываем, лавровый листик, обязательно его нужно сполоснуть. И заворачиваем. Заворачивается вот так вот, хорошенечко заворачиваем все края, кто не знает. Ну и так все лапки, каждую лапку мы заворачиваем в фольгу, перекладывая чесночко, перекладываем лавровым листиком. Если нет, можете досолить немножечко и заворачивайте хорошенечко, хорошенечко заворачиваем. А теперь мы берем листик, кладем сюда лапки утки, которые завернуты у нас в фольгу, и ставим в духовку на час 10, температура 180 градусов. За 5 минут до того, как они будут готовы, мы открываем их для того, чтобы была румяная корочка, и ставим на уровень гриль. Все. Приятного аппетита!